Поклонникам музыкальной культуры разных этносов нашей страны интересно будет побывать на 18-м Всероссийском фестивале-марафоне «Песни России», который состоится с 6 по 15 июня в Верхневолжье. Художественным руководителем мероприятия является народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина. В Москве в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему туру. Надежда Бабкина посетит 9 городов Тверской области. Бежецк, Вышний Волочок, Кашин, Кимры, Конаково, Тверь, Торжок, Тургиново, Ржев и Старицу. Главной целью фестиваля, как отметила сама артистка, является популяризация культурного наследия народов России через музыку и танцы. Я собираю со своими коллегами профессиональных артистов из разных регионов. Но если мы едем в какой-то регион, то подбираем таких артистов из далеких регионов, которые не граничат с ним. И профессиональные команды. И получается, что у нас уже рисуется некая карта России. И получается, что есть уже многонационалии. Министр культуры Тверской области Ксения Глинка подчеркнула, Верхневолжье рада принять участников фестиваля-марафона. По поручению губернатора Игоря Рудени будет оказано все необходимое содействие в проведении мероприятия. С принимающей стороны, конечно, предстоит огромная тоже работа, и она уже начата. По приему такой замечательной команды, несмотря на то, что 18 лет уже фестиваль длится, сейчас самое время, на самом деле, возвращаться к себе. Это и есть, мне кажется, составляющая нашего патриотизма. Зрители смогут увидеть выступление не только самой Надежды Бабкиной, но и Московского государственного ансамбля «Русская песня». Ансамбли «Славяне», «Нахчо» и «Айкай», балеты «Живая планета», фолк-группы «После 11», фолк-группы «Россияне», актеров театра и кино. Помимо концертов будут организованы мастер-классы и флешмобы.